Парни, всем привет! Сегодня небольшое такое вот видео будет. Значит, купил я себе автомобиль. Это Hummer H3, 3.7 объем на палке. И сразу заказал к нему главное устройство. Это главное устройство King Beats K2+, 4 на 64 гигабайта. Значит, я никак не мог законнектиться с моим вот этим ОБД-адаптером. Значит, через телефон все нормально было, хорошо сопряжение. Здесь и на нем он его видел, но сопряжение никак не проходило. Вот, значит, стал разбираться, почитал, полазил, посмотрел. Ну, короче, вот сделал вывод такой. У меня вот этот адаптер Bluetooth 3.0. На этой магнитоле стоит модуль Bluetooth максимум 1.6 версия, и коннектить их бесполезно. Значит, в вашем случае что может быть? У меня еще валялся старый Bluetooth 1.5, и, короче, я его подключил, и он тоже не сразу законнектился. Значит, что я сделал? Здесь по умолчанию стоит на этих магнитолах пароль 1234. Ой, 4.0. Вот так. Значит, вот так вот все вот обновлено. Пароль 4.0. Вам нужно попробовать сменить этот пароль на 1234. Так как все сканеры под таким паролем идут. И также вот все обновить. И теперь попробовать сделать сопряжение. Как бы он ее увидит. И у меня сразу произошло сопряжение с ML какой там 327, это какой-то другой там. Так, еще хотел сказать, как зайти в инженерное меню или вот параметр разработчика, пароль 168. Вот смотрите, запомните его, 168. Заходите, ну и тут, короче, лазите, смотрите, что вам нужно. Так, параметр разработчика здесь, так, вот заводские настройки. Также пароль 168. Тоже много чего интересного есть. Тоже можете менять там все, выбирать под свой лад. Ну, короче, вот такое вот небольшое видео. Кстати, купил магнитолу, когда, значит, не понадобились никакие переходники при подключении. Все воткнул в штатные разъемы. Все как бы, все заработало, все отлично. Единственное, я поменял штекер антенны у американцев, он тоньше, миллиметр на два. Выглядит так же, но только тоньше. Обрезал старый, припаял новый, воткнул, все работает. Вообще очень шустрая, очень отличная магнитола. Навигация сразу с ним идет. YouTube там все. Ну, все такое. Все, короче, нормальная штука. Алиса там все дела. Вот. У кого будет какие-то вопросы, ну, по там, не знаю, по настройкам или где-то что-то, пишите в комментариях, задавайте. Буду рад пообщаться, ответить. Все, всем покедова, всем удачи.